Всем привет! Сегодня у нас в обзоре советский рубль, название монеты 60 лет Великой Октябрьской социалистической революции. И как всегда мы с вами поговорим более детально об этой монете. В честь 60-летия Октябрьского переворота Госбанком СССР были выпущены памятные рубли. Тираж юбилейной монеты составил порядка 5 миллионов экземпляров, всего лишь 13 тысяч из которых было отчеканено улучшенным качеством пруф. Несколько лет спустя, в 1988 году, специально для коллекционеров были дополнительно изготовлены так называемые новоделы в количестве 55 тысяч, отличающиеся от оригинальных монет пруф дополнительной надписью на гурте 1988 и буквой «Н». Это обычный рубль, и на нем нет даты и буквы «Н». На реверсе рубля были размещены широко известные символы революции, профиль вождя мирового пролетариата и крейсер «Аврора», пускающий вдаль луч света прожектора. Также на монете мы видим атом бериллия, стратегически важного химического элемента, получившего применение в аэрокосмической технике и ракетном топливе, и рисунок монумента покорителям космоса, символизирующий достижение советского народа в освоении звездного пространства. Описание реверса. Сверху герб СССР с 15 витками ленты, слева от него буквы СС и справа СР. Ниже обозначение достоинства монеты цифра 1 и ниже слово «рубль». Описание реверса. В верхней части на фоне знамени изображение Ленина, слева от знамени изображены монумент во знаменовании выдающихся достижений советского народа в освоении космического пространства и модель атома. Внизу под знаменем крейсер «Аврора» и на фоне лавровой ветви даты 1917 и 1977. Разделенный серпом и молотом. Общая информация по монете. Номинал 1 рубль. Год 1977. Название монеты 60 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Название серии 60 лет советской власти. На гурте две вдавленные надписи 1 рубль. Между ними две вдавленные точки. Дата выпуска 1977 год. Художник Зайцев, скульптор Камшилов. Тираж 4 986 750 штук. И как я сказал выше, 13 тысяч в качестве пруф. Характеристики монеты. Материал медь-никель, вес 12,8 грамма, диаметр 31 миллиметр, толщина монеты 2,3 миллиметра. Цены на данную монету. Обычный чекан 50 рублей, UNC 3000 рублей и в пруфе 4000 рублей. Новодел 600 рублей. Если по Украине, я посмотрел по аукционам, какие цены, тоже удивился, был один проход, вот такой подобный рубль ушел за 1 гривну. Монетка сама по себе недорогая, но если, конечно, говорить насчет пруфа, UNC, то там цены, конечно, гораздо выше. Те монетки поинтереснее, конечно, в состоянии. А таких подобных монет очень и очень много. Ну, в целом, картина люди выставляют 20, 30 гривен, 40 гривен. Поэтому вот такие ценники.
По крайней мере, на данный момент. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!